Так, ну что, привет. Привет всем. Расскажу вам последние новости, которые случились. Вот, буквально я за вами очень соскучился, меня давно уже не было. И есть что рассказать за последние дни. Давайте в таком порядке от меньшего к большему. Меньшее. Прикольно, я искал для вас информацию по сверчкам, об этом тоже расскажу. У нас нашествие сверчков и начнулся. Наткнулся на прикольное видео на Reddit. Короче, смотрю видео, как бомж дерется с чуваком. Прямо вот на дороге они валяются. После этого чувак встает. Там, оказывается, на тротуаре припаркована машина. Бомж берет скутер, который у нас везде есть на прокате. Стоят по всему Остину. И просто чуваку тупо всаживает в заднее стекло и разбивает ему заднее стекло на машине. Смотрю, какое-то место знакомое. Выглядываю из окна, а это как раз вот то место, откуда я вот прямо сижу возле окна и на работе смотрю на то самое место, где это буквально полчаса назад происходило, и на Reddit это уже опубликовали. Короче, суть была в том, я здесь опубликую, конечно же, это видео. Oh my gosh! Oh my gosh! Oh my gosh! Oh my gosh! He's running! Суть была в том, что чувак то ли этому бомжу не уступил дорогу, бомж пнул его машину. Этот парень припарковался, они начали подраться. И в итоге закончилось, чем закончилось. Отписался водитель там в этом трейде на Reddit и сказал, что с него deductible, это, короче, страховка сняла $500, ему это стоило. И теперь у него страховка повысится впоследствии. Ну, в общем, такой забавный случай. Но самое забавное, что, почему я решил об этом рассказать, это что я когда смотрю в окно у себя на рабочем месте, я прямо четко вижу это место. Следующее, по поводу этих сверчков. У нас просто происходит какая-то адская фигня по нашествию сверчков. В прошлом году мы такого не застали, а в этом году это буквально было несколько дней, и даже некоторые бизнесы остинские, локальные, позакрывались, потому что я тоже сюда вставлю видео, я записывал в Инстаграм. Ребята, смотрите, какая жесть. Это вот выход из магазина. И вот, пожалуйста, кто-то спрашивал, есть ли в Техасе насекомые. Посмотрите, что творится. Сейчас, это еще ерунда. Вот, вот где жесть. Фу, у меня мурашки по коже бегут. Фу, как это противно. Да, я на них наступаю. Посмотрите. Фу, ужас. Я не знаю, откуда здесь столько и почему. Но это очень мерзко. Смотрите еще раз. И вот так как облепили вход в магазин, вот все парковки, все в некоторых местах входы в магазины, двери, все было облеплено этими сверчками. Просто какая-то сумасшедшая популяция. Их не должно было быть, но из-за того, что смещение по погоде и выдался, получается, слишком жаркий сентябрь. Что, милая? Из-за того, что выдался слишком жаркий сентябрь, как-то вылупилось слишком много этих сверчков, и они просто заполонили все. Ты оставляешь машину на парковке, через 10 минут возвращаешься, у тебя под машиной куча их, ты прямо отъезжаешь от этого, когда со своего парковочного места. Оно прямо все, там, ты давишь этих сверчков, ты прямо чувствуешь, как они хрустят. На самом деле, они не сильно шумят, не так, как, знаете, сверчки умеют петь. Это просто мерзковато, потому что куча их, и они безвредные, но мерзкие. Как это, собственно, и любые насекомые. Это к вопросу о тем, кто спрашивал, есть ли в Остине насекомые. Ну, как видите, есть. И самое важное,
заканчиваем наше коротенькое 5-минутное видео. Самая важная новость, которая, блин, к сожалению, я по своим причинам пропускаю. В следующие выходные в Остин приезжает Орел и Решка. Им нужен... Спасибо Лене, которая скинула мне эту информацию. Лена, если ты смотришь, привет. Им нужен человек, который их повозит на машине, порассказывает об Остине, что-то им интересное покажет, расскажет. Там они 2 или 3 дня будут снимать. Я, в общем, списался с продюсером, он мне позадавал там такие странные вопросы. Интересно мне будет очень самому посмотреть об Остине. Вам тоже советую посмотреть. Ну, товарищ, которым мы знакомы, который здесь тоже живет в Остине, он им написал. Саша, тебе тоже привет. Я надеюсь, что они все-таки с тобой согласятся провести эти пару дней, и ты им все круто покажешь. Я не знаю, есть ли у них еще какие-то кандидатуры, но мне дико обидно, что у меня никак не получается в эти дни по объективным причинам быть в Остине и помочь им. Но я бы, конечно, очень хотел поучаствовать в программе «Орел и Решка». Ну, не получается, не получается, ничего страшного. С удовольствием посмотрю. У них, кстати, вот буквально пару недель назад, что ли, я вообще за их инстаграмом не слежу, у них вышло видео о Харькове. И я тоже еще не смотрел, но мне будет интересно посмотреть. Там какие-то новые ведущие, там уже какой-то непонятный 58-й сезон. Ну, будет интересно последить. В общем, ребята, вот так вот все на одном кадре, без всяких таких, знаете, подготовок. Мне просто уже соскучился за вами, давно вам ничего не рассказывал, давно не показывался. Я здесь, все хорошо. Мы, все с нами отлично, дел просто много, мы такое все мотаемся, ничего в последнее время не выпускал, захотелось с вами чуть-чуть пообщаться. Все, увидимся с вами, оставайтесь на связи, пока.